Авантюрная ретро-комедия «Однажды в Германии» перенесет зрителей в послевоенный Франкфурт и расскажет историю еврея Давида Бермана и его друзей, которые, пережив преследование нацистов, мечтают уехать в Америку. В главной роли Молли Сблят-Трой, звезда фильмов «Достучаться до небес» и «Беги, Лола, беги». Автором же ленты выступил Сэм Горбарски, режиссер хитовой комедии «Ирина Палм сделает это лучше». Международная премьера «Однажды в Германии» состоялась в рамках программы Special Gala Берлинского кинофестиваля. Не пропустите эту ретро-комедию в лучших традициях бесславных ублюдков на следующей неделе. О судьбе молодых и богатых расскажет криминальная драма «Клуб молодых миллиардеров». События фильма разворачиваются в начале 80-х годов в Лос-Анджелесе. Группа парней находит возможность добыть значительную сумму денег, однако провернутая ими дельце подвергает опасности не только их, но и их близких. Несмотря на сексуальные скандалы, из этого фильма не вырезали Кевина Спейси, как это произошло с лентой «Все деньги мира». Поэтому лента может стать для обладателя премии «Оскар» Кевина Спейси одним из последних его появлений на экране. Спешите видеть! «Клуб молодых миллиардеров» уже ждет вас в кино на следующей неделе. Дэрон Левин, чё ты зробил? Лишився, останній крок! Скоро ти витрати і покінчити з цим!